К новогодним праздникам все, как говорится, готовятся как могут, но не все в Новый год будут отдыхать. Силачи старой школы готовятся к отмечанию основательно, но не используя снаряды фитнес-клубов. Привет, меня зовут Виктор Блуд, я основатель движения «Силачи старой школы». Мы занимаемся возрождением железной игры прошлого, и сегодня у нас подготовка к новогоднему выступлению. Наша деятельность направлена на силовые рекорды прошлого. Мы вдохновляемся такими людьми, как Александр Зас, Иван Поддубный, Георг Кеншмидт и многие-многие другие. У нас довольно специфическая деятельность, и для того, чтобы подготавливаться, нам нужны специфические материалы. Обычные тренажеры не всегда подходят, порой даже не хватает втулок, чтобы навалить на них достаточное количество блинов, поэтому мы делаем их сами. Что, с ума сошел, что ли? Я тебе что, Геракл, что ли? Александр – высокий, стройный парень. На его могучих плечах лежит гимнастическая подготовка, и он у нас такой очень подвижный, такой элегантный парень. Один из самых животрепещущих трюков. Обычно публика здесь замирает, охает, морщится. Покажи зубы. Голливудская улыбка там. Виктор же у нас занимает роль силача. То есть все, что очень тяжелое и сверхтяжелое, это его деятельность, его специфика. Рывок полтинника одной рукой. Когда Виктору не хватает гирь, я иду, короче, такой в толпу на выступление, там кого-нибудь ищу, потом такой, оп, такой схватил, короче. Хорош. Один из любимых трюков публики – это разрывание отрывного календаря, который символично отрывать последний листик 31 декабря. Что мы сейчас и сделаем, только порвем все листки за раз. Теперь самое интересное – уборка.